Абхазское наследие, смотрите. Даже не думал, что здесь белки водятся. Ну, какая. Так, а так я вообще сейчас я вам покажу, где я в принципе нахожусь. Я нахожусь в пансионате. О, советская постройка, советское наследие. Да, видите, что-то здесь еще вот даже осталось. Ну так, я так понял, сюда лазить-то нельзя. Ладно, я думаю, меня не обидится. Но тут вообще, конечно, колючая проволока. Так, я уж аккуратненько не буду. Ну и тут еще все прогнило. Уже, блин, от греха подальше, знаете, я туда, наверное, не полезу. Я прям чувствую, как под ногами все гуляет. Вернусь-ка я обратно к белочке. Где там белочка наша? Белочка даже убежала. Но я думаю, поэтому здесь, скорее всего, и стараются хоть как-то это все закрывать. Потому что можно нахрен тут свалиться. И хрен кто тебе поможет. Потому что тут нет никого. Видите, как смотреть даже туда страшно. Не то, что уж лазить. Тогда я туда все-таки не полезу. Да, грустно. Можно было здесь, конечно, отель поддерживать. Но Советский Союз развалился. И поддерживать стало некому. На все на это нужны деньги. А это что такое? Земляника, что ли? Ну да, смотрите, какая земляника абхазская. Ну, кстати, невкусная нифига. Какая-то она водянистая. Так что да, вот здание. А то все считали в республике, что они кормят Россию. Ну, как выяснилось, это не так. Судя по тому, что вот здесь со зданием происходит, да? Здание-то крупное, блин, жалко. Видите, наверное, началась там война с Грузией. Туристов не стало. Поддерживать стало некому. Смысла нету. Да сейчас как-то что-то восстанавливается. Там, видимо, то, что было еще в более-менее нормальном состоянии. И то, что поближе к морю. Люки у меня, смотрю, все открыты. Что-то там даже лежит такое, блин. Это что такое, блин? Не бомба? Не патрон. Поймаем, плохо кончится. Лазить запрещено. Штраф 1000 рублей. Или ви... Ну, сами понимаете. Здесь тоже люк какой-то. Все открыто. Здесь доска, но это, я думаю, здесь когда-то была пожарная, скорее всего, доска, ведь на ней все, что нужно было, но ничего этого, разумеется, уже нету. Что у нас здесь? Ну, вот зданица, собственно. Видите, мозаика еще какая-то сохранилась. Вот так все уже заросло. Ух ты ж, блин, смотрите. Интересно, а что такое? Это виноградники, да? Вот виноградники висят. Да, смотрите, даже это ведь, блин, с советских времен как поставили здесь, так вот оно здесь и стоит. 68-й год. Москва, 2020. Воронеж. Каждый после себя оставил что-то. Надо, наверное, тоже написать что-то так. Смотреть. Это магазин, я так понимаю, был. Где бы тут писать? Вот здесь, наверное. Как у нас здесь? Норм? Нет, что-то не пишется. А, ну это тут нужно, видимо, прям чертить. Поэтому здесь надписи еще сохранились. 18-й год, 21-й. По 4 года тут, видите, некоторые уже надписи. Ну, конечно.
Конечно, я вам скажу, жуть наводит по-своему. Там где-то море слышно вдали. А это уже выход, видимо. Ну ладно, через выход, через вот этот мы выйдем тогда с вами. Вовнутрь ж мы не полезем от греха подальше. Ну, места, конечно, природа их забрала себе обратно, а так жалко, очень жалко, сколько было потрачено здесь денег советских и ради чего, ради того, чтобы вот так вот все это здесь стояло. Ну, кто знает, может быть, еще придут те времена, когда что-то здесь появится опять.